в целях духовного единения и взаимопонимания, популяризации духовного наследия и современного творчества, в области певческой православной культуры на основании соглашения между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью с 24 по 27 февраля 2021 года в городе Гродно будет проведен 20-й международный фестиваль православных песнопений «Калужский благовест». Участие в нем носит конкурсный характер. Конкурсная программа должна состоять исключительно из песнопений Православной Церкви и охватывать различные историко-стилистические периоды. Для коллективов из Беларуси желательно исполнение сочинений белорусских авторов и местных напевов. Заявку и все необходимые документы на участие в фестивале «Калужский благовест» коллективы обязаны прислать до 1 декабря на электронную почту благовест@приход.инфо. Телефон для справок +375 29 582 67 77. Гопличник Наталья Юрьевна +375 15 239 31 90. Комар Олег Михайлович